Я говорю, это живут в Советском Узбекистане. Где живут мусульмане? Коран, если я правильно помню, Коран разрешает иметь 4 жён. Ну, можешь ли ты, как мусульманин, завести себе 4 жён? Можешь. Так с ними есть. Да, с ними, на них не обязательно каждую вести в ЗАГС и расписываться. Ты можешь с ними сожительствовать и заводить общих детей, совершенно спокойно, вообще не моргнув. Там другой вот аспект, например, нет. Я никогда не слышал, чтобы кого-то там ловили и заставляли платить алименты. Это немыслимо вообще, если ты мужчина. Это самец, а мужчина – это у кого деньги есть. Вот если ты мужчина, то ты содержишь свою женщину и ты содержишь своих детей. Неважно, у тебя 1, 3, 4. Если ты можешь себе позволить их содержать, только тогда ты их себе заведешь. А не так, что ты бегаешь 4 или 5 трахаешь их. Хотя, как прикольно, пол как это, у русских. Нет. Ну вот.